В июне 1941 года советская разведка завербовала 7 высокопоставленных сотрудников Рейха. Имена всех агентов в этой категории были известны только одному человеку – разведчику Леониду Рушину, заместителю председателя советского торгпредства в Берлине. Самым ценным агентом этой плеяды был полковник Генрих Альберт, адъютант главы немецкой военной контрразведки Вильгельма Канариса. В документах Рушина он проходил под агентурной кличкой «Макс». Господин Канарис. Генрих? Как ты меня напугал? А какого дьявола ты здесь делаешь в столь поздний час? Послушай, Юрген, шеф попросил занести ему кое-что. Кое-что? Адмирал Канарис попросил тебя ночью вломиться к нему в кабинет и достать что-то из его сейфа? Не делай глупостей, ты же меня знаешь. Это просто розыгрыш. Розыгрыш, понимаешь? Сволочь. Черт. Внимание! Тревога! Взломали кабинет адмирала Канариса. Быстрее! Нужно взять живыми. Рушину аппаратом. Это Макс. Слушайте очень внимательно. Медлить больше нельзя. Очень скоро к вам придут с обыском. Сделайте так, чтобы никакие документы о нашем сотрудничестве не были найдены. Вам ясно? Но откуда вы знаете? Да послушайте, запомните главное. До часа Х чуть больше суток. Все документы и ценности, которые находятся в торгпредстве, должны быть немедленно отправлены в СССР. Все, что невозможно отправить, уничтожьте. Все. Дмитрий Васильевич, я подготовил документы. В этом конверте список наших ценнейших агентов и способы связи с ними. Отправим их вместе с изумрудами. Груз должен пересечь границу не позднее утра 22 июня. Вызывайте дипкурьеров.
Кто там? Господин Волков, я ваш сопровождающий. Не имею чести вас знать. Конрад фон Бютцов. Новый начальник курьерской охранной службы. Меня и мою страну вполне устраивал старый. Позвольте ваши документы. Вы прекрасно говорите по-немецки. Никогда бы не поверил, что вы русский. Никогда не поверю, что замена охраны – это случайность. Никак не связано с характером нашего груза. Вы абсолютно правы. Везти изумруды стоимостью 37 миллионов рейхсмарок через половину Европы очень рисково. Особенно без хорошо подготовленной охраны. Поэтому мы здесь. Вам не стоит сомневаться в нашей подготовке. Этот груз будет доставлен в любом случае. Напрасно так. Господин Волков, ну правда, будет лучше, если вы передадите ваш саквояж нам на время вашего путешествия по Европе. В Тирасполе таможней руководит мой брат. Я лично попрошу, чтобы вас пропустили без проблем. А я вам еще раз повторяю, господин Бютцов, изумруды останутся с нами в любом случае. Если только смерть не разлучит вас. Знаете, господин Бютцов, я вам не советую мне угрожать. Поскольку все, кто это делал, уже мертвы. Такое вот странное стечение обстоятельств. Вы нервничаете. Отнюдь. Невинную шутку воспринимаете как угрозу. Хорошо. Не буду вам докучать. Если все-таки захотите поболтать за рюмочкой французского коньяка, прошу. Мое купе рядом. Всего доброго. Значит так, я эту команду не знаю. Поэтому предельное внимание. С немецкой охраной в контакт не вступать. Воду, сигарет, пищу от них не принимать. Ясно, лейтенант? Понял вас, товарищ капитан. Очень хорошо. В случае непредвиденных обстоятельств пакеты камня переложим в этот пояс. Знаком с этой моделью? Так точно. Мравлинг М 1906 года. Угу. Самозарядный, свободный затвор, магазин на 6 патронов, угу. Калибр 6.35. Один из лучших карманных пистолетов. Молодец. Оружие недальнобойное, но надежное. Что оценим? Да не дрейфь, Александровский. Так точно, товарищ комиссар. Докладываю из Бреста. К приему груза все готово. Ситуация слегка изменилась, Алексей Емельянович. Поезд прибудет в Тирасполь не 23-го, как планировалось. А 21-го вечером. Следовательно, в Бресте он будет 22 июня ночью. Я не очень понимаю, товарищ комиссар. Выходит, Волков уже в пути. А по какой причине? По причине чрезвычайных обстоятельств, Алексей Емельянович. Я ничего об этом не знаю, товарищ комиссар. О чем тебе неизвестно? О том, Игорь! По соглашению 1939 года Германия шлет нам уголь и технику, а мы им взамен металл и еще кое-что. А также мы получаем еще и ценности. Как ты намерен встречать Волкова? Как положено, все по инструкциям. Как хрена твои инструкции? Ты хоть понимаешь, что он везет? Должна быть усиленная группа в постоянной готовности. Кто там с тобой? Шемерин полетел? Так точно, начальник охраны капитан Шемерин. Опытный офицер. Так вот, доведи до его сведения тоже. Что если с грузом и с документами что-нибудь случится, я вам обоим, а в первую очередь тебе, Ермаков, намажу лоб зеленкой. Ты понял? Так точно, товарищ комиссар, понял. Хорошо. Если понял, жди поезд и встречай Волкова. И как только он передаст тебе груз и сопроводительные документы, немедленно вылетаю в Москву. Все, конец связи. Игорь, срочно готов и усиленную группу охраны. Только самых проверенных ребят. Каждого проинструктируй лично. На все тебе час. Выполняй. Есть. Thank you.
Господин Волков, позвольте вам представить моего брата. Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Эрих фон Бютцев к вашим услугам. Сразу хочу принести свои извинения. У нас вышла некоторая накладка, неразбериха в движении эшелонов с углем. Спецпоезд пройдет через таможню только в 6 утра. Не могу сказать, что я рад, господа. Что ж, будем действовать по инструкции. Я предлагаю вам и вашим людям немедленно покинуть вагон и приступить к наружной охране. Также я прошу подсоединить телефон к линии международной связи, поскольку я вынужден связаться с Брестом и запросить сюда советский отряд охраны. Но к чему же такие сложности, господин Волков? Уверяю, вы и груз в полной безопасности. Не лучше ли вам и вашему напарнику перейти в здание таможенного поста и с комфортом расположиться там? Благодарю вас за предложение, господа. Тем не менее, наш ответ нет. Мы останемся в купе и будем ждать советский отряд охраны. А вам я предлагаю немедленно покинуть вагон. Пойдем. Спецпоезд прибывает в Брест через час. Мы выезжаем через 15 минут. Есть. Товарищи офицеры. Товарищ майор, на вокзале все в порядке. Алексей Емельянович, не сомневайтесь, не впервой. Что же до остального-то? Не понимаю. Обстановка крайне неспокойная. Только сегодня госграницу пересекли 7 немецких перебежчиков. Все они утверждают, что сегодня ночью начнется война. Есть четкая инструкция для командного состава. Слушаю. Игнорировать подобную информацию в избежание провокаций. Соединяю, секунду. Какие могут быть «но»? Инструкция – это приказ. А приказ нужно выполнять. Что касается спецпоезда. Разрешите? Да, срочный звонок по международной. Капитан Волков, Тересполь, сюда перевожу. Переводи бегом! Соединяю. Да, Жора? Слышу тебя хорошо. Здравствуй, дорогой. Так. Никак нет. Никаких действий подобного рода они не предпринимают. Так, действуй по обстоятельствам. Через час будем. Конец связи. Удачи тебе. Капитан Шемерин. Усиленную группу охраны, мы выдвигаемся в Тересполь. Есть. Внимание! Здравия желаю. Я заместитель начальника особых отделов НКВД СССР, майор Ермаков. Вот разрешение на беспрепятственный проезд для меня и для специального отряда охраны. Простите, господин майор, но я вас не могу пропустить в Тирасполь. Я ничего не знаю о вашем прибытии. А вы ничего не должны знать. Вам следует просто прочитать разрешение, подписанное главой казначейства Третьего Рейха. Простите, господин майор, но я вас не пропущу. Мне об этом ничего не сказали. Послушайте, гауптман! Я настаиваю. Вы должны пропустить меня и моих людей. Немедленно. В ружье. Готовьтесь. Отставить. Прекратить. Прошу прощения, ваши документы и разрешение на въезд. Вот, прошу.
Ну что же, все в порядке. Гауптман, через полтора часа пропустить этих господ в Тиреполь. Секунду, господин лейтенант, я не понимаю, почему через полтора часа, а не прямо сейчас. Прошу прощения, господин майор, у меня свои предписания и свои приказы. Прямо сейчас в пограничной полосе идет установка нового оборудования. Через полтора часа техники закончат работу и вас пропустят. Да, полтора часа мы готовы подождать, но не более того. Не сомневайтесь. Алис из Гуд. Все в порядке. Игорек, что-то здесь не так. Да, вижу, товарищ майор. Нашим никому не спать, быть в полной боевой. Есть. У него нет выбора. Так точно. Понял. Не будем ждать в купе. Отряд охраны выехал из Бреста 5 часов назад. Я, честно говоря, не знаю, как к этому относиться. Никак не относиться. Гляди в оба. Я тоже буду. Это уже далеко не полтора часа. Я все прекрасно понимаю, господин майор. Но прошу прощения, наши техники уже закончили установку. Еще 15 минут, и я вас пропущу. Благодарю вас. Дай прикурить. ССовцы сменили пограничников на всех позициях. Я вижу. Боевая готовность. Есть. Готовность, лейтенант. Помоги мне. Бомбардировщики летят. Тяжелые. Самолеты. Что значит, товарищ капитан? Это значит, штаны в горошек. Такие, господа. Почему вы задерживаете моих сотрудников? Вы глава торгового представительства, господин Ольмов. Да, это я. В чем дело? Взять его. Ищите Рушина или его зама. Вы не имеете права. Товарищ майор, отходишь!
Waffe nach vorn. Автоматчики вперед. Den Wagen обыскать весь вагон. Alles sauber. Keiner здесь никого нет. Ну где же они? Черт. Всех арестовать. Они здесь контролируют агентуру и нужны мне живыми. Никого не выпускать и впускать в здание. Ломайте двери. Выламывайте их. Прощайте. Дмитрий Васильевич. Прощайте, Леонид Константинович. Где они? Конрад! Со мной все в порядке. Догнать! Саквояж! Главное, саквояж! За мной, лейтенант. Откройте дверь. Немедленно откройте. Господин Рушин, сопротивление бесполезно. Дверь, черт побери. Черт побери, мы опоздали. Пригодится. Иди сюда. Я просто не верю, что можно так стрелять, как вы. Правда, сейчас об этом думаешь? Работать тебе надо, меня, лейтенант. За ними, быстро! Товарищ капитан! Война, лейтенант. Что ж теперь делать? Медведь, приказ помирать не было. Мне кажется, у них закончились патроны. Господин Волков, господин Александровский, дальнейшее сопротивление бесполезно. К чему эти глупости? Мы знаем, что у вас закончились патроны. Ваше предложение. Мы гарантируем вам жизнь. Даю слово чести. Но вы должны отдать свой саквояж. Хорошо, с удовольствием. Забирайте. Теперь оружие. Выбросьте свое оружие, пожалуйста. Я прошу вас. Вежливо какой попался. Дай ствол. Теперь выходите с поднятыми руками. Как только выйдут, сразу огонь на поражение. Живыми они нам не нужны. Саквояж, взять, товарищ капитан. Оставь. Второй раз так не сыграем.
Довольно. Оставьте его. Ну что, господин Градченко, по вкусу наше угощение? Господин полковник, поднимите его. Я рядовой сотрудник торгпредставительства, не имеющий никакого отношения к разведке. Клянусь вам. Что ж, я надеялся, вы проявите благоразумие, но, судя по всему, напрасно. Дайте мне его руку. Держите крепко. Не надо. Не надо, я все расскажу. Конечно. Прошу. Я занимал в разведке второстепенную должность. Я работал с завербованными агентами второго и третьего порядка. Агентами особой важности занимался лично Рушин. Так. О списке Рушина мне известно немного, но... Но я точно знаю, что зашифрованные сведения, касающиеся личностей особо важных агентов, в количестве, полагаю, не более 7. Эти сведения Рушин отправил в Москву единым списком вместе с сопроводительными документами к грузу с изумрудами. Их везут дипкурьер Волков и Александровский. Вы в этом уверены? Абсолютно. О списке Рушина я знаю немного, но я уверен, агенты из списка предоставляли очень важную информацию о передвижении Гитлера. Они добыли копию плана Барбаросса и другие важные документы. То есть это не простые смертные? Никоим образом. Эти люди занимают важные должности. Вермахт, Люфтваффе, экономика или лица, находящиеся рядом с такими людьми. Вы сказали, Рушин зашифровал список. Вы имеете ключ к этому коду? Да, я знаю ключ. Ханс, немедленно свяжитесь с Тересполем и фон Бютцевым. Наверняка есть вести. Ну а вы, милый господин Градченко, максимально подробно составьте список агентов второго порядка, с которыми вы работали. Имена, адреса, клички и так далее. Хорошо, господин полковник. Ну что вы стоите? Освободите нашего друга. Мы ожидаем ваших приказаний, господин майор. Какие приказания? Догнать. Брать живыми. Вперед. Вас понял. За мной. За что? За что? Долго еще дорога, товарищ капитан? Километра 2-3. Не больше. Стоять! Руки вверх! Вы чего? Ну-ка, подержи. Это что такое? Вы как стоите в присутствии офицера? Уходим! Уходим! Не стрелять! Брать только живыми! Это приказ фон Бютцева. Ты живой? Куда они побежали? В лес направо. До речки не оторвемся. Там они нас накроют. Ну-ка, давай наверх, лейтенант.
Быстро. Штейн! Давайте вниз. Бютцов слушает, господин полковник. Конрад, немедля отправь в Берлин изумруды. И главное, пакет с сопроводительными документами к ним. Пакет, ты меня понял? Для этой цели в Тирасполь максимально скоро вылетит самолет. Прошу прощения, господин полковник. Но мне нечего отправлять. Не понял? Где пакет? Пакет у тебя? Никак нет. К сожалению, русские ушли вместе с ним. Поиск по горячим следам ничего не дал. Что? Черт, да ты! Черт бы тебя побрал! Ты хоть понимаешь, что лежит в этом пакете? Возможно, судьба войны. Господин полковник, ушли не значит добрались до своих. Что? Я прошу вашего разрешения на подготовку и проведение масштабной поисковой операции по обе стороны Буга. Они могли перейти границу. Кого ты планируешь задействовать? Все свободные подразделения жандармерии и СС. Конрад, не подведи меня. Жду доклада каждый час. Ты будешь за это отвечать. Кто вы такой? Офицер для поручений, лейтенант Оливер Гронеке, прибыл в ваше распоряжение. Прекрасно. Отправляйтесь в приданную нам часть жандармерии и перекройте польскую сторону. Вот по этой линии. Затем берите самолет и летите в деревню Живица. Туда уже отправилось спецподразделение СС. Это 20 километров восточнее Бреста. Распределите их здесь и здесь. Слушаюсь, господин майор. Теперь главное. Ознакомьтесь. Запомните, на младшего русского мне плевать. Он даже теоретически не мог так стрелять. А вот старшего. Его фамилия Волков. Он мне нужен живым. Только живым. Так точно, господин майор. Ну, давай. Сейчас посмотрим. Стреляй, Герман. Стреляй. Ну, кто так стреляет? Смотри, как это делается. Смотри. Я не могу позволить захватить врагу заместителя народного комиссара. У меня приказ, Алексей Емельянович. Игорь, три господа гроба души мать. Мы будем оставаться в Бресте столько, сколько потребуется. Алексей Емельянович. Товарищ майор, я абсолютно солидарен с капитаном Шереметьевым. Мы должны немедленно уехать в Минск.
Поддерживаю. Вы уже рядом. Немцы вошли в город. Я должен встретить груз. И я буду ждать здесь. Алексей Емельянович, извините, у меня нет другого выбора. Товарищ майор государственной безопасности, я как начальник вашей личной охраны уполномочен применять силу и действовать по обстоятельствам в случае угрожающей вам опасности. Алексей Емельянович, во дворе машины. Либо вы едете сейчас со мной, либо я убью вас здесь и сейчас. Решайте. Выучил на свою голову. А машина! Отметь это место. Вот там посмотри. Может, нам лучше их обойти? Как ты их обойдешь? Все кругом заминировано. Ждем, лейтенант. Почти прошли все поле. Будьте внимательны и идите медленно. Твою дивизию, лейтенант! Нам надо уходить! Товарищ капитан! Я смотрю, ты умный стал резко, да? Они нас всех гранатами достают! Свои. Здравия желаю, товарищ. Лейтенант ВВС Меженцева. Оружие собираем. Лихая вы, лейтенант ВВС Меженцева. Капитан госбезопасности Волков. Илья. Предъявите ваши офицерские удостоверения, товарищ. Этот мертв? Всех осмотреть. Рада встрече. Извините, капитан Волков. Чего? Бывает. Немцы в Бресте? Продолжает сражаться окруженная крепость. Вроде еще бьется отряд на вокзале, но за это точно сказать не могу. Далеко не продвинулись? Этого тоже точно сказать не могу. Никто не знает. Ясно одно. Брест целиком в их руках. Планы какие у группы? Пробиться с боем в крепость и сражаться. Ну и, конечно, ждать ответного удара от нашей армии, которая, без сомнения, вот-вот отбросит немцев обратно. Не разделяю я вашего энтузиазма, лейтенант. Не поняла. Да чего-то непонятного. Нам с вами не по пути. Уходим, лейтенант. Что? Вот он. По нему не стрелять. Брать живым. Ну как же? Только по приказ! Куда? Назад! Груз! Здравия желаю. Старший лейтенант Звонарев. Нам нужно увидеть наркома госбезопасности товарища Цанава. Он сейчас спустится. А вот и он. Алексей Емельянович. Здравия желаю. Здравия желаю.
Нам нужно срочно выйти на связь с товарищем Абакумовым. Пройдемте с нами в бомбоубежище, оттуда и позвоним. Прошу. Ну, как вы тут? Да, в общем, немного, немало. Почему мы бежим? Почему не помогли им? Приказа помирать не было. Напоминаю, лейтенант, у нас несколько иная задача. Но ведь она, они нас спасли! Я должен... Назад! Куда ты хочешь идти? Туда? Так там погибнуть нетрудно. Куда сложнее выполнить то, что доверила тебе страна? Мы сейчас не имеем права втягиваться в какие-либо авантюры и рисковать своей жизнью. Ты меня понял? Ты понял меня? Так точно. За мной! За мной! Ты что, Ермаков? Ты что, серьезно? Так точно, товарищ комиссар, серьезно. Судьба... Дипкурьеров и груза нам неизвестна. Есть информация из Берлина, что Рушин погиб. И теперь список, переданный дипкурьером и вместе с ценностями, сам становится огромной ценностью. Товарищ комиссар, мы... Молчать! В пакете... Список с именами и координатами семи очень важных агентов, передававших, как выяснилось, правдивую информацию. Ты представляешь, что будет, если список этот пропадет или... Или попадет в руки фашистов? Представляешь, Ермаков? Так точно представляю, товарищ комиссар. Ни хрена ты не представляешь! Как связаться с этими агентами? Как их найти? Мы знаем только одного по кличке Макс. Знаем, что он служит в 6-м отделе РСХА и занимает там высокий пост. А как найти остальных? Как с ними связаться? Мы пока не знаем, товарищ комиссар. Не знаешь? Теперь заткнись и слушай. Пусть Санава возьмет вторую трубку. Я здесь, товарищ комиссар. Приказываю вам обоим немедленно организовать поисковую операцию. Задействовать все свободные части НКГБ и НКВД Западного военного округа. Докладывать о ходе операции мне каждые 4 часа. Товарищ комиссар, это невозможно. Обстановка не позволяет. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Бросил трубку. А ты что ожидал? Ты Абакумова не знаешь. Привал, лейтенант. Как вы могли так поступить? Как вы могли бросить своих? 5:25. Ты дурак, что ли, лейтенант? Выходит, что так. А с виду не скажешь. Даже жалко. Отдыхай. Встать! Твою дивизию. Как вы могли бросить своих? Отдыхай. Встать! Дивизию. Я сказала встать быстро.
Оружие не трогать, поднять руки. Стоять! Слушайте, лейтенант, не совершайте глупость. Вы сейчас очень близки к этому. Молчать. Ты еще будешь мне советы давать, гад. Вы трусы. Кто вы? Я капитан Гуд. Неправда. Не может советский человек так пятками сверкать, когда его товарищи врага бьют. Слушайте, лейтенант. Вяжите их. Товарищ лейтенант. Руки вяжите. Бежите, солдатите! Ну и что вы собираетесь с нами сделать? А повесим. И таблички прилепим, чтоб другим неповадным было. Как мило. Хорошая идея. Учись, лейтенант, как патроны надо беречь. Ну и как ты, голубь, собираешься меня вязать? Тебе как передом? Погоди, может, задом лучше? Или передом? Оружие на землю все. Считай до пяти. Раз. Товарищи, стреляйте! Убейте этих гадов! Два. Не жалейте меня! Стреляйте! Три. Нет, ну что же вы делаете? Дураки, я же приказала! Все на землю. Голову закрыть руками. На землю. Товарищи, я мог бы вас всех убить прямо сейчас, но мы не изменники и не предатели. Мы офицеры госбезопасности, имеющие собственные задачи, которые мы должны выполнить во что бы то ни стало. Илья, встань! Собери их оружие и брось туда к дереву. Потом возьмем наши и встанем за спиной. Уберите, пожалуйста, руку с моей груди, я прошу вас. Потерпи, красавица, мне самому нелегко. Товарищи, мы просто хотим продолжить свою дорогу. А вы нам не мешаете. Потому что если мне придется стрелять, я не промахнусь, обещаю. И ты, девочка, давай без глупости, ага. Товарищи командиры и бойцы поисково-десантных групп, времени на дополнительную подготовку у нас нет, но Родина ждет от нас выполнения приказа и надеется на нашу верность Ленинской партии и нашему великому Сталину. Сейчас вы получите разыскные листовки. Раздать. В этих листовках информация о наших двух офицерах-разведчиках, которые выполняют секретное задание командования. И нуждаются в вашей помощи. Ваша задача – разыскать их во что бы то ни стало и помочь перебраться за линию фронта. Приказываю вам приступить к заданию и вернуться живыми. Удачи. К сожалению, господин полковник, поисковая операция не дала никаких результатов. Но мы абсолютно уверены, они не смогли далеко уйти. Находятся где-то в районе Бреста, не дальше 100 километров от города. Вся эта территория контролируется нашими войсками. Степень вашей уверенности? 100%. Поэтому мы немедленно приступаем к тотальному розыску. К работе привлечены все имеющиеся у нас силы, включая запасные батальоны жандармерии и СС. Прекрасно. А местное население? Да. Как раз сейчас я редактирую разыскную листовку. Эта листовка должна быть везде, Конрад. На каждом столбе. Размножать и вручить всем, в том числе рядовым бойцам. Разумеется, господин полковник, я предлагаю награду в 5000 рейхсмарок. Этого мало. 10 000 за каждого. А чтобы заинтересовать местное население, добавьте что-то привычное и важное для этих людей. Например... Дом, надел земли, коров, 3 или 5, не знаю. Прекрасная мысль, господин полковник. Именно так мы и поступим. Я вас уверяю, в самое ближайшее время русские курьеры и груз будут в наших руках. Очень надеюсь, что так и будет. От этих документов, возможно, зависит судьба Рейха. Не сомневайтесь, полковник. Всего доброго.
Оливер. Да, господин майор. Этот. Он мне нужен живым. Так и запиши в розыскной листовке. 10 000 за каждого, но живыми. И доведи это до сведений командиров групп и подразделений. Волков. Только живой. С ними шло. У этих вроде все хорошо. Пока. Что делать будем, товарищ капитан? А задача не меняется, товарищ лейтенант. Доставить груз по назначению. Это я все понимаю. Но идти куда? Хороший вопрос. Я, кажется, знаю человека, который поможет мне найти ответ. Так. Сейчас. Вот здесь. Так точно вижу. 12 километров на север будет деревня Лабичи. Видишь? Угу. Там живет Витя Круг. Мой друг по Халкингову. А он поможет? Я надеюсь. Он это местно знает, как свои 5 пальцев. Господин майор. На всей территории от Бреста до Гродно производится высадка советских десантных войск. Я все скажу, только не убивайте. Нашей задачей было найти дипкурьеров. Я готов сотрудничать. Я сделаю все, что скажете. Где конкретно вы должны были их искать? Никакой конкретики не было. Насколько я понимаю, территория Западной Белоруссии была разделена на сектора, и каждая группа получила свой. Мой сектор – Шиловический лесной массив и окрестности Лиды. Количество групп, состав, уровень подготовки. Не меньше 20. И в каждой офицер и 7 солдат. Своих бойцов я не знал. Мы познакомились уже в самолете. Инструктаж проводил человек из аппарата Абакумова? Да, майор Ермаков. Мы должны были отыскать дипкурьеров и тут же об этом доложить. У каждой группы имелась рация. Волна для выхода на связь. Частота, позывные. Ваши для вызова. Волна АУКа 42,2. Позывные центра АРТ. Мой позывной АКО-4. Данная частота и позывные центры одинаковы для всех? Уверен, что да. Нам сообщили это все вместе. Одновременно. Прекрасно. Теперь вы можете присоединиться к своим товарищам. Русским ровным счетом ничего не известно о судьбе Волкова и его напарника. Но ищут их серьезно. Столько групп послали без подготовки. Наверное, смерть. Жду ваших приказаний, господин майор, расширить круг поиска, вплоть до линии фронта. Привлечь дополнительные силы. Все, кого возможно. И возьмите частоту 42,2 на полный контроль. Вот,
Конечно, господин офицер, конечно. И молочко есть, и свиньи, и овечек тоже парочку могу. Всегда, пожалуйста, сколько скажете. Хорошо. Ну, конечно, гуд, само собой гуд. Всегда, пожалуйста. Крота должна учить. Подержи-ка. Старый уже брешь на всякий пишешь. Глупая собака. Кто там? А ты угадай. Жора? Жора! А ты кого думал увидеть? Сонечку из Медсамбата. Жора. Видите? Так она еще в 39-м замуж вышла за полковника, забыл? Не зацепил он вас там, а? Нет. Давайте в дом, товарищи, быстрее. День добрый. Простите, но зона отдыха предназначена только для старших офицеров и их семей. Разумеется, ротенфюрер. Именно поэтому мы здесь. Полковник Генрих Альберт. Военная контрразведка. Мы можем ехать? Разумеется, господин полковник. Но сначала мы должны осмотреть автомобиль. Новые правила? Так точно. Лесники капризничают. Говорят, мол, всех оленей перестреляли. А у нас здесь заповедник, понимаете? Никакого оружия, кроме личного табельного, конечно. Ну, правило есть правило. Прошу. О, боже! Генрих, это змея! Здесь змея! Какая змея? Эй, за солнышко, это всего лишь палка. Откуда здесь взяться змея? Но я видела змею. Проезжайте. Спасибо. Пропускайте. Вот видишь, все в порядке. Ты же понимаешь, насколько это опасно. У нас нет другого выбора, дорогая. Эта информация крайне важна. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Срочно. Леонид Рушин погиб. В связи с этим выхожу на связь на оставленной им экстренной частоте. Дмитрий Граченко пленен и активно сотрудничает с врагом, вследствие чего в Берлине произведены аресты советских агентов. Некоторые уже перевербованы. Список арестованных агентов по алфавиту. Агния, Берта, Бук, Витольд, Диц. Дальнейшая работа с ними возможна лишь с учетом двойной игры. Жду новый канал связи. Макс. Ищут вас, товарищи мои дорогие. Ну как такое возможно? Так быстро? Молодцы. Так о том и речь. За вас живыми обязательно такие деньжища дают, что народу простому и не снилось. А еще землю, дом, 5 коров. Так что очень осторожно вам надо жить теперь, ребят. Ой, а ты что такая хмурая-то? Тихо. Ты что, моя хорошая? Это Жора Волков, дружок мой боевой. Я ж тебе про него 100 раз рассказывал. Если б не он, я б не без руки, я б без головы 100 раз остался. Ты чего, родная? Да ничего я, чего я. Все, что было, все вон розгл. Без портков остался, чего я. Не обращай внимания, Жора. Баба, есть баба.
дякую. Вить? Да. Нам к своим пробраться надо, поможешь? А чем речь? Иисус Мария. Конечно, Матка Боска. Опять скоро. Немцы на восток далеко продвинулись. А думаю, далеко. Причем без боя доброго. Лаби зимой вообще без боя взяли. Я так ничего и не понял. Целыми днями идут. Обратно колонны пленных гонят. И тех, и других не сосчитать, Жор. Но не это самое поганое. С народом они очень грамотно работают, гады. Уже организуются вооруженные дружины народного освобождения. Будь оно неладно. И в дружины эти, не поверишь, народ валом валит. Представляешь? Тут одно ясно. К Минску надо идти. Там на старой укрепленной границе их собак надолго задержат. А с вами, ребят, можно? До конца. Я об этом собирал спросить. Ну так все. Вопрос решенный, а я уж думал, обвяжусь гранатами до самой гущу гадов этих, чтобы побольше с собой. Погоди секунду. У тебя чего, и гранаты есть? Есть. Тут много чего есть, Жор. Тут после поляков по круге танк можно прикарманить, если охота имеется. Имеется. Ну так все. Вечером, как поутихнет, баньку организую, а утром и в дорогу. Я, конечно, воин ущербный, ребят. Ну и без руки я этим паскудам такой же жизни дам. Они у меня до самой Берлина своего вонючего. Катиться будут. Я не сомневаюсь. Ни одна из поисковых групп пока не выходит на связь. Да знаю, я все знаю. Слушаю мой приказ, Алексей Мирьянович. Если будет реальная опасность захвата Минска, вылетайте срочно в Москву. Слышишь меня, Алексей Мирьянович? Слышу вас хорошо! Товарищ комиссар, но как же Волков? Это уже отдельный вопрос. Он на карандаше у Верховного. Агент Макс вышел на связь. Есть надежда, что Волков жив. Посылать кого-то еще на его поиски бессмысленно. Думаю, что он сам найдет возможность дать нам сведения о своем фактическом местонахождении. Алло! Алло! Алексей Мирьянович! Алло! Черт, блин. Соедините меня с Минском! Здравствуй, Агата. Добрый вечер. Доброго вечерочка, Агата Францевна. И на чем это записать такое счастье, а? Добрый вечер, пан Чижевич. Да тут у меня дело. До кого? До кого, до кого? До немцев. Вот так вот сразу. Может быть, сперва мне про свое дело расскажешь? Паня Крок, а? Боже, ты мне брось тут свои штучки-дручки. Я же тебе говорю, дело серьезное. Да? Ну тогда пожалуйте ко мне в кабинет, Агата Францевна. Обмозгуем ваше дело. А там и к немцам вместе, если дело того стоит. Пойдемте, пойдемте. Не бойтесь. Да не бойтесь, Агата Францевна. Ну я не боюсь. В общем, с оружием и харчами у нас порядок, братцы. А вот с дорогой тут надо понять. Ищут вас, как зверя гонят, надо полагать. То есть вот эти вот все дороги, вот эти, они перекрыты, они не для нас. И что ты предлагаешь? Обдурим их. Добже, пан Чижевич, теперь уж положусь на вашу совесть, только не обманите меня. Побожитесь. Агата Францевна. Вот вам крест. Вот. Смотрите, за этих товарищей дают
5 коров, дом, землю, дюжу денег. И это все мое. Где можно получить? Гляди сюда. Вот этот вот лес, он даже на польских картах непроходимый считается. А это неправда. Я тропинку точно знаю. Вот таким макаром мы почти 100 километров выиграем. Из круга этого вырвемся и, глядишь, прямиком к Минску выйдем. Я это, товарищи панове, метку вот на дорожку сделала. А, ну ладно, Агата, не буду вам мешаться. Еще раз. Про тропинку через лес. Слухайте сюда. Да говорят же тебе, тут черным по белому написано. Живьем. А если их в доме брать будем, то как живьем выйдет? Тогда и денег не будет. Ну? Да и нас положит половина. Глянь, что про этого Волкова написано. Так, может, немцам сообщи? Ты что, совсем сдурел, кум? Немцам. Даже не ожидал тебя такого. На кой нам немцы, когда тут и так все сладко нужно сделать? Точно, Архип, сами возьмем. Утром, когда выйдут они. Так и я про то же. Возьмем и одним махом двух зайцев убьем. И деньги в карман. И немцам себя покажем. Знаете, мол, смотрите, какие мы. А гайд сколько дадим? Все хорошо, хлопцы. У нас эту дорожку охотника 2-3 знает. Пройдем спокойно. 40 км, а там... Стоим! Руки где надо держим, ежели пожить еще чуток охота. Здорово, Виктор. Здорово, Архип. Не договоримся? Нет. Слышь, Архип, ау. У него тут на пузе что-то. Ну, поезд какой-то. Снимай, потом посмотрим. В машину их, хлопцы. Всех троих к немцам повезем. Як троих? Як за троих? Ты ж божился! Ты ж божился, Архип Акентич! Ты ж божился, что моего Витеньку не трожишь! Ничего, Агата Францевна! Витя! Витя! Твою прелесть! Ирод! Ирод! Ты проклятый! Камни какие-то зеленые. Это что такое, Григорий, глянь, ты ж у нас часовщик. Может, что стоящее? Мать, знаю. Чего? Боженька, это же изумруды. И что, денег стоит? Сколько? Вот на один этот камушек можно все наши лапки купить. И еще на 5 останется. Вот сколько? Бельон. Да ладно. Архипы, много их там? Да, похоже, целый пояс. В руки! И что мы теперь делать будем? Поделим? Ясен, поделим. Сперва надо решить, что вот с этими делать. Немцам их сдавать, походу, не резон. Угу. Поделимся вот с вами. Жди Петра до утра. Сначала нас в расход по одному, а потом и до вас доберется. Или сомневаетесь в родственничке? Ничего. Ничего. Вы чего, попели? Вы ему верите или мне? Ты собака. Архип! Что там у вас? Хоть на чё-то пригодилось. Архип! Тормози!
Тебе руки на руле! Поздно. Будем прорываться. А ну, пригнитесь! Держи места! Остановитесь! Остановитесь, я приказываю! Черт, повери! За ними! Витя, отчупайся ты, отчупайся. Иисус, Боже мой, родный мой Витечка, что ж я наробила, ты дура, я прости ж мене, дура. Не трогай меня! Убирай руки! Отпусти! Отпусти! Так и не переоделась, конечно. Это все, что вы можете сказать. Мы так и будем на это глядеть. Надо действовать. Скорее Сашу выручать. Девочка, твои девизы занесло ж тебе в вязцу-то, а? Все моя сочная, святые файлеры! Займись, девочка, лейтенант. Сашенька, стойте. Сашенька, пожалуйста. Сашенька, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Чего сидим, братва? Валите их! Иван, стой! Ты куда? Ну, город, я. Пошли, пошли. Давайте быстрее уже. Часть налево. Вон они. Я вижу их. Не стрелять. Они нужны живые. За пленными побежали, суки. Пускай побегают за нами. Пошли, пошли. Погоня потеряла их здесь, на краю леса. Когда? 4 часа назад. Так, 3 плюс 4. Ладно, пусть это будет 50 километров, но это невозможно. Получается, они внутри вот этого квадрата. Кайшовка. Что такое кайшовка? Что там? Да ничего. Пункт связи, почтовый аэродром. Полетаем туда, Оливер. Готовьте самолет. Слушаюсь, господин майор. Тут и заночуем. Похоже, немцы сюда не добрались. На всякий случай надо проверить. Ну что вы, товарищ капитан? Немцев мы здесь и в глаза не видели. Да и зачем мы кому-то нужны? Наше дело сторона. Правда, Коленька? Да, незачем. Что здесь раньше было, Гертруда Ивановна, пионерлагерь? Нет, санаторий для рабочих передовиков. Угу. А раньше здесь князья Зарецкие жили. Славный род, богатый, правда, Коленька? Ой, богатые. А вот вас мы, простите, к слову, не первый раз
Видим. В смысле? Посмотрите, пожалуйста, соблаговолите. Коленька вчера из деревни принес с молоком вместе. А у нас и свое собственное привидение есть, и легенда есть. Да. Правда, Коленька? Угу. Чего здесь только нет? Привидение. Да, привидение. Самое настоящее привидение. Говорят, что князья Зарецкие зарыли здесь свои сокровища. Ну, их, конечно, до сих пор не нашли, но... Именно благодаря тому, что привидение охраняет это золото, не смогли найти, как только слышат звуки странные. Боятся и дальше не идут. Геша, ну ты... А что? Я что-то не то говорю? Это правда. Я сама лично трижды слышала. Открывайте. Открывайте, или мои солдаты выбьют вам дверь. Немцы! Ребята, за мной! Насчет привидений, правде говоря, не знаю. А вот подземелье есть. За мной! Warum haben Sie so lange nicht aufgemacht? Почему так долго не открывали? Я не слышала. А что вам здесь нужно? Там можно переждать. Немцы, я думаю, страшнее привидений. Спасибо, отец. Alles durchsehen. Обыскать здесь все. Красота, товарищ лейтенант. Можно просто, Саша. Товарищ лейтенант, не следуйте в левую руку в подземелье. Как найдете выход, возвращайтесь. Прошу. Ну, чего стоим? Действительно боитесь привидений? Я ничего не боюсь, ясно? Выполняйте. Зачем вы так? Позвольте, я с ней пойду. Стой, где стоишь, Алеша. А теперь слушай сюда внимательно. Мы в большой беде, брат. Если нас с этими документами еще раз хватит, можем не выбраться. А это значит всему делу конец. Поэтому мы оставим груз здесь. Найдем тайное место, схороним, место запомним. И дальше пойдем налегке. Порознь. Угу. Вы хотите разделиться? Угу. Дружище, пойми, так больше шансов. Первый, кто доберется до своих, укажет там место. Добро? А усиленная группа бойцов сможет пробиться и забрать пакет. Понял? Так точно. Не дрейф, лейтенант. Приказа помирать не было. Запоминай, направо от лаза 3 шага. Позывные волны для связи, я тебе сказал. Сейчас поднимемся наверх, заберешь нашу крикливую дамочку. Нет.
всем с вами согласен, товарищ капитан. Пусть она идет с вами. В случае чего я не смогу ей помочь так, как вы. Пожалуйста. Я пойду один. Добро. Пошли. Товарищ лейтенант. Я здесь. Товарищи, я, кажется, Лаз нашла. Он в лес ведет. Ничего ты, Александра. Говорю, привидений не боишься. Илюш, дальше ты один, вверх по течению реки, а мы вниз. Будешь думать перед тем, как что-то сделать, выживешь, свидимся. Стоять! Опусти оружие! Развернись! Развернись, я сказал! Стоять! Опусти оружие! Удачно вышли-то. Вот отсюда уходить будем. Как? Вот там справа за машиной. Что? Самолет. Вот именно. Что за аппарат? Вроде французский. Трофейный, гражданский. С управлением-то справитесь? Конечно. Это замечательно. В лесу его взяли. Парень. Ну и зачем вам все это нужно, лейтенант? Просто расскажите мне, где Волков? Где ваш груз? Да черт возьми, развяжите его уже наконец. Поверьте, молчать бессмысленно. Все эти вырванные ногти, перемолотые сверлом зубы. Зачем вам это, мальчик мой?
Вот. Зачем умирать по-русски, если можно жить по-человечески? Не так ли? Только бы он молчал. Что он такого может рассказать? Неважно. Тихо. Кто там? Да у тебя паранойя, Зигфрид. Кто здесь вообще может быть? Говорю же тебе, я слышал кого-то. Пошли, пошли, пошли! Что там происходит? Майор! Господин майор! Молодец, Форнега. Не сдох. Смотри, здесь происходит. Этого не может быть. Вперед! Догоните! Дотянем до линии фронта. Давай, лейтенант, давай. Не выходит. Рули не слушаются. Теряем скорость. Пошел, иди сюда. Позвольте полюбопытствовать, что вы там делаете, лейтенант? Разве не видно? Пытаюсь освободиться. Ага. Ну и как успехи? Будьте наготове, они где-то здесь приземлились. Поторопитесь, к нам идут. Наши? Вперед, вперед. Быстрее. Ah!
ходу, ходу, вперед. Куда мы бежим? Там же наши! Наши во враге, лося заедают. Вперед, вперед! Парашют, товарищ лейтенант. Здесь следы, товарищ лейтенант. За мной. Огонь! Стреляй! Не стреляйте, товарищи! Не знаю, спляши. Прекратить огонь! Тихо, тихо! Опустили стволы. Я капитан госбезопасности Волков. Со мной лейтенант ВВС Меженцева. Зачем вы стреляете? Мы же свои. У нас приказ уничтожить диверсантов-парашютистов. Был бы диверсантом, лейтенант, валялся бы сейчас с лишней дыркой в башке. Я офицер, я выполняю важное задание. И никому не хочу навредить! Какое задание вы выполняете? Не могу тебе этого сказать, родной. Доставь нас в органы госбезопасности. Я там объясняться буду. Ну? Оружие за спину! Теперь можете меня освободить? Если вы действительно наши, то сдайте оружие. Вперед. Черт бы тебя побрал, Конрад! Ты хоть понимаешь, что это полный провал? Прошу меня извинить, господин полковник. Что? Извинить? Поздно. Ты отстранен от этой операции. Господин полковник, я еще могу. Ничего ты уже не можешь. Немедленно отправляйся в Гродно. Теперь ты возглавляешь тыловое управление контрразведки в этом городе. Слушаюсь, господин полковник. Гродно? Где это? Захолустный городишко, захваченный большевиками 2 года назад. Ну и дыра. Это просто катастрофа. Что, гражданин Трофимов, все с тобой ясно. Никакой ты не командир отдельного саперного батальона, а трус. Не, не трус. А что ж ты бросил свой батальон и драпал? Некого было бросать. Мой батальон полностью уничтожен. В бою с превосходящими силами противника. А что ж ты сам-то геройски не погиб, как остальные? Надеюсь, принести пользу Родине. Знаю, на что ты надеешься. Бабу свою увидеть. А может, ты действительно не трус? А предатель? Кто она? Связная? Фамилия, имя? Где живет? Быстро! Быстро, сука! Говори! Да что за бред? Я не предатель. Что бред, а что нет, не тебе решать. Да! Товарищ старший лейтенант, 2 парашютистов поймали. Где? На иностранном самолете линию фронта пытались пересечь. Говорят, что наши. Баба вроде летчица, а мужик твердит, что из госбезопасности. При попытке ареста оказывал сопротивление. Давай их сюда. И Звонкова позови. Есть. Ну что, капитан Трофимов,
Не дождется тебя твоя красавица. Грохнут тебя завтра на рассвете и делов. Звонки! Увести! Старший лейтенант Семенов, ваша фамилия, звание, цель заброски за линию фронта. Я капитан госбезопасности Волк. Выполняю особо важное правительственное задание. Лейтенант ВВС Меженцева. А баба твоя тоже выполняет важное задание? Нет, она вместе со мной переходила линию фронта. Мы прорывались к своим. И какое же у вас задание, товарищ Волков? Я советский дипкурьер. Доставляю особо ценный груз. Груз? А где же он? Спрятан. В надежном месте. На временно оккупированной территории. И я вам больше ничего не могу сказать. Поверьте, в ваших интересах как можно быстрее связать меня со своим начальством. А может, все проще? Может быть, вы просто немецкие диверсанты? Никакие мы не диверсанты, товарищ Семенов. Это мы сейчас проверим. Захаров. Давай, дорогой. Что вы делаете? Свяжите меня срочно с Ермаком. Обоих. К остальным? Нет. Во двор. Твою же мать, майор, твою мать. Все провали. Все псу под хвост. А это не хухры-мухры. Это край. Да такой, за который даже заглянуть нельзя. Слушаю, Лаврентий Павлович. Абакумов. Это твой Ермаков прилетел? Так точно. Стоит передо мной. Стоит? Почему? Немедленно под трибунал. И чтоб через 3 дня, не позже, над ним уже трава росла. Лаврентий Павлович, майор Ермаков проверенный офицер. Хороший работник, просто обстоятельства, в которые твой он Ермаков попал... Твой Ермаков должен был достать пакет с именами наших агентов любой ценой. Ты можешь мне объяснить, почему твой Ермаков в Москве и живой? А груз, от которого зависит, возможно, 1000 жизней, исчез? Ах, никак нет. Тогда делай, что тебе говорят. Это все. Черт знает что. Чижевский. Слушай, товарищ комиссар. Арестовать. Ваше оружие и служебное удостоверение, гражданин майор. Вперед, на выход. Погоди. Простите, товарищ комиссар, не оправдал. Перестань. Прости меня, Леш. Прощайте, Виктор Семенович. На выход. Thank you.
Лицом к стене. Последний раз спрашиваю. Кем были завербованы на временно оккупированной территории? Иоганном фон Гёте, тайным советником, принцем датским и особо приближенным к императору. Ну, с тобой все понятно. Ну, а вы, девушка, вы же такая молодая. Неужели не хочется еще пожить? Вы совершаете чудовищную ошибку. Мы офицеры Красной Армии. То есть? Цельсь! Не бойся. Ничего. Я дал вам последний шанс. Или вы признаетесь во всем и начинаете сотрудничать? Старший лейтенант, может, вы перестаньте Ваньку валять и свяжете меня, наконец, с Ермаковым как можно быстрее. И поверьте, это в ваших интересах. Или завтра расстрел будет настоящим. Увести. А вот тебе туза, а вот тебе шедного. Какого туза? Все тузы выше. Погляди. Опачки, баба. С такой красоткой помирать не скучно. Как зовут тебя, родная? Пусти, сука! Мужики, ну! Ты, опусти его быстро. Да, пожалуйста, забирай. Ну, совсем обнаглел. Мочи! Мочи его! Ну-ка. Давай, давай, давай. Сейчас. Пусти! Лезь, мочи его! Есть приказ главный. Известись, Павел Романович. Что случилось? Фронтовая разведка вчера языка взяла. Ну что? Вот что у нее было. Вот этот. Парашютиста вчера взяли. Немцы за него такую награду дают. Свободен. Есть. Шесть двенадцать, срочно. Товарищ майор, старший лейтенант Семенов. Что? Мы задержали Волкова. Кого вы задержали? Волкова. Какого еще Волкова? Точно Волкова. Говорит капитан Васильев, личный адъютант товарища Цанавы. Это точно Волков? Опишите его. Рост 185-190. Так. На вид 35-40 лет. Так. Да, на немецкой ориентировке точно он. Почему сразу не доложили? Так думали, что диверсант. Вел себя вызывающе. Моему ординарцу два зуба выбил. При нем должен был быть груз. Груз он что-то говорил, но при нем ничего не было, мы обыскали. Товарищ майор, а девушка, летчица, которая с Волком, она тоже ваш человек? Какая летчица? Товарищ старший лейтенант, не отвлекайтесь. Капитан Волков нес очень ценный пакет. И он
не должен попасть в руки к немцам. Следите за Волковым. Я выезжаю. Сколько ехать до Радашковича? Часа два. Прикажите заправить мою машину. Угу. Срочно. Есть. Свободно. Есть. Товарищ капитан, я капитан Васильев, личный адъютант наркома госбезопасности БССР, комиссар ГБ 3-го ранга Лаврентьев и Мичат Санавы. Надо же, целый адъютант. Очень приятно. Товарищ капитан, нет времени на иронию. У вас должен быть пакет. Где он? Об этом, адъютант, я могу сказать только майору Ермакову. Арестован Ермаков. Из-за тебя, между прочим. И если ты не вернешь изумруды и пакет, расстреляют его. Где груз оставил? В надежном месте. А он давно уже должен быть в Москве. Где ты его оставил? Не могу тебе об этом сказать. Мне нужна усиленная группа, я вернусь за грузом, все исправлю. А если не исправишь? Ты понимаешь, хоть сколько народу поляжет, если немцы груз найдут? В пакете имена наших лучших засекреченных агентов, высокопоставленных лиц Рейха. Если мы их потеряем... Товарищ капитан, разрешите обратиться? Что? У меня есть люди, проверенные, обстрельные, готовы выполнить любое задание, только прикажите. Пусть капитан Волков поведет наш отряд. Готовы выступить немедленно. Добро. Только учтите, привлечь дополнительную помощь мы не в силах. Ситуация, сами понимаете, не располагает. Но как только доберетесь до груза и выйдете на связь, мы вас эвакуируем. Пришлем самолет, куда скажете. Уходим, старший лейтенант! Уходим быстро! Все мои вещи собраны? Так точно, господин майор, но... Разведчики доложили? Возле Радашковича обнаружен угнанный самолет. Тела пилотов обнаружили? Никак нет. Гродно отменяется. Срочно самолет до Радашковича. Бегом! Слушаюсь. Синицын. Боевое охранение. Что теперь будем делать?
Выполняй задание. Мы должны найти секретный пакет, находящийся на территории под контролем противника. Мы? Это ваш долг, товарищ офицер. Вы же говорили, что я не офицер, а трус или вообще, может, даже предатель. Тихо, 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 тихо. Давайте оставим все эти выяснения, но потом. Товарищ, как вас, кстати, величать-то? Павел Романович. Вот, товарищ Павел Романович дел, говорит. От этого пакета, возможно, судьба войны зависит. Ну, удачи. Дело военное меня не касается. Погоди, погоди. Во-первых, это всех касается. Во-вторых, ты куда пойдешь-то, касатик? Мародерствовать он пойдет. Ага. Ну так выбор у тебя невелик. Или немцы тебя к стенке поставят, шлепнут, или нашу, выбирай. А вот если поможешь нам в выполнении государственного задания особой важности, тогда, товарищ старший лейтенант, для тебя, возможно, прощение выхлопочет, а может, даже и награду, и не только для тебя. Но если будет проявлено самоотверженное участие при выполнении спецзадания, следствие учтет это. Ну, кто с нами? Ну, лады, покуролесим. Синицын. Да слышал я все. С вами я. Куда мы идем? Наша цель – особняк на границе Брестской и Гродненской областей. Так мы же там были уже. Угу. Были. Были да сплыли. Придется еще раз вернуться. Опять 7 минут, как и между двумя предыдущими. Как всегда, 5 солдат, 1 унтер. Будем брать. Как мы будем брать? У нас один ТТ на всех. У меня еще заточка есть. Вот именно. Один ТТ на всех. А в машине 6 МП-40. Гранаты. Поверьте, ребята, они нам очень пригодятся потом. Вообще-то я соглашусь с товарищем старшим лейтенантом. Один пистолет против 6 автоматов маловато. Ленька, снимай-ка, брат, рубаху. А? Тормози, тебе говорят. Смотри, какие ляжки. Эй, ты! А сиськи ты где забыла? Я в Путришки иду. В Путришки, к маме. Слушай, а я и не знал, что по-русски сиськи – это Путришки. Меня Саша зовут, а вас как? Смотри, курточка, а задница у нее ничего. Курт, очень приятно. Все, иди сюда уже. Времени мало. Будем твои Путришки мять. Тащи ее сюда, давай. Чур, я первый. Юрген, отвали. Тебя дома твоя Марта ждет. Ну что, красавица, сейчас в тебя зайдет вся сила Рейха. Царапина. Один ушел. Машину обыскать быстро. И как, в порядке? Ничего, царапина. Его похоронить надо. Похороним.
Обязательно похороним. Что там у нас? Мин, ты зачем берешь? Рванут ведь? Не рванут, вот взрыватели. Это противопехотные. Телермин 35. Я ж саперным батальоном командовал. Вон, товарищ старший лейтенант КГБ в курсе. Берем сколько можем и делаем ноги. Да чтоб тебя! Как я теперь ходить-то буду? Ну-ка, покажи. Як знал, пригодится. Прости нас всех, Синицын. Держи, Сергей. Тебе Магарыч. Ну, лень. Буду должен. Ну, как ты? Как рано? Ничего, на мне, как на собаке. Ну, як, Сергей? Хорошо? Не то слово. Передай, ветру сходить можно. Старайтесь не сбежать, товарищ капитан. Ничего не сбежит. Если что, по следу вычислим. Подкова больно приметная вышла из немецкой пражки. А девушка наша где? Пошла переодеваться. Я найду. Шанса, может, уже и не будет. Сосны такие же, как у нас под Челябинском. У тебя там семья? Мама. Папа в гражданскую погиб. У меня тоже многие в гражданскую погибли. А я вот выжил. До дипкурьера дослужился. Интересная, наверное, служба. Дипкурьер. Весьма. Тут целая машина вооруженных автоматчиков голыми руками обезоружить. Да по подземельям лазать.
Ты там спрятал свой пакет? Помнишь тот люк, через который мы проникли в подземелье? Да. Справа от него, в 17 шагах, в кирпичной стене тайник. Там изумруды, а самое главное – пакет. Зачем ты все это мне рассказываешь? Не знаю. Наверное, потому что я тебе верю. Если что случится со мной, вдруг догонит меня злая пуля, к тайнику выведешь ты. Хорошо? Тебя никогда не догонит никакая пуля. Мы сейчас находимся вот здесь. Наша задача на сегодня – выйти к Неману, форсировать реку. В этом месте она не слишком широкая. И до наступления темноты оказаться в районе Старой Слободы. 35 километров всего-то. Совершенно верно. И учитывая особенности ландшафта, для нас это большая удача. Товарищ капитан, разрешите? Слушаю. Я прекрасно знаю здешние места. Наша часть неоднократно проводила здесь учения. Видите, он на карте даже обозначен Пичугинский полигон. Вот этот? Да, да, именно. Предложенный вами путь, товарищ капитан, краткий и верный. Но это если опираться на карту. В действительности все не так гладко. Не понимаю, объясни. Вот здесь находятся две дороги. Обе стратегического значения. Значит, они находятся под строжайшим контролем. Так, стоп, я не собирался на них выходить. Да, но проложили путь между ними. Это чистая смерть. Там непроходимая трясина. До 39-го года этот участок принадлежал полякам. Нашими картографами очень плохо изучен, а у поляков не спросишь. Ну, а если попробовать или слева, или справа обойти? Не годится. Слева озеро. Придется делать крюк на открытой местности, а справа трясина. Без проводника не проберемся. Именно. Что предлагаешь-то? Я предлагаю вот здесь повернуть направо и двигаться до Заречья, в глубине Агатинского лесного массива. В излучине обогнуть Неман и до Старой Слободы вот таким путем. Опять по лесам? Да, конечно, потеряем дня 4, но зато окажемся далеко в немецком тылу. Там, конечно, нет ни мостов, ни дорог, никаких населенных пунктов, но зато и нет никакой опасности быть пойманными. И самое главное, здесь нас никто не ждет. Толково. Ну, а время вам не так важно, как мы сами. Не знаю. Я тут не бывал-то никогда. Я тоже ничего не могу сказать. Уверен, что прямая дорога не годится? Никаких шансов. Но если заложим предложенную мной петлю, выполним поставленную задачу, пусть даже из потери времени. Я поддерживаю этот план. А вы? Опыту надо доверять. 15 минут на сборы и начинаем движение по петле товарища Трофимова. Пойдем в обход. Лейтенант, вы лично видели дипкурьера Волкова? Так где его груз? Не было никакого груза. Женщина была летчица. В чем здесь летчица? Где груз? Не знаю я. Мы его обыскали, груза при нем не было. Господин майор, только что доложили, Волков уничтожил патруль в районе Путришек. Выживший унтер-офицер его опознал. Повести. Что значит уничтожил? Один? Никак нет. Нападавших было несколько человек, и среди них женщина. Карта быстро. Где эти Путришки? В 7 километрах западнее от Радашковичей. Он что, возвращается назад? Но ведь это бессмыслица. Если груза при Волкове не было, значит, он его где-то спрятал. Александровского мы взяли в окрестностях Кайшовки. Оттуда же бежал
и Волков. Что-то мне подсказывает, что в этот район нужно бросить все силы. Давай, нужно действовать. Вы абсолютно правы, господин майор. Я немедленно передам ваше распоряжение поисковым отрядам. Напоминаю, Волков по-прежнему мне нужен только живой. Товарищ капитан. Да. Командуйте привал. Не время сейчас для привала. По карте через 2 километра деревни, значит, немцы. Раненому отдых нужен. Да я нормально. Товарищ капитан, я согласен с товарищем Трофимовым. Я согласна. Ладно, убедили. Мы с Семеновым дежурим первое. Трофимов и Люмик сменяют нас через 4 часа. Добро? Есть. Понятно. Семенов. Товарищ лейтенант, сообразить насчет нужно. Лень, ты как? Бывало лучше. Дай руку посмотрю. Да. Лень, ты че, это не спать? Кто стрелял? Братцы, я случайно. Свою дивизию. Уходим. Быстро! Быстро! Пятеро. К нам идут. Надо уходить. Товарищ капитан, так оружие есть. За пару минут с ними управимся. Отставить. Неизвестно, сколько там еще в деревне. Я согласен, нужно уходить. Так, уходим. Трофимов первый, остальные за ним. Я замыкаю. Пошли, пошли, пошли! Стоять! Тут мина. Где? Под моей ногой. Много она взорвется. Трофимов, вы же сами сапер. Вот именно, поэтому я знаю, что шансов нет. Уходите, капитан. А я тут повоюю. Товарищ капитан, мы не можем его здесь оставить. Уходите, уходите. Я еще парочку с собой прихвачу. Слушай мою команду. Продолжаем движение. За мной. Вперед! Вперед! Diese Schweine werden mir alles sagen. Was ist один шанс? Wie сказать, где ваш отряд? Я знаю, что вы партизан. Мы вас убивать. Вы сказать, где товарищ партизан? Тогда вы жить. Не сказать, вы будете смерть. Habt ihr mich verstanden?
Ihr Schweine! Это и есть ваш отец. Очень хорошо. Очень хорошо. У вас есть еще один шанс. Последний. Я есть считаю до три. Eins. Zwei. Спокойно, спокойно. Свои. Свои хлопцы. А нашего батьку лестницы били. Видали, как я одного срезал? Хорош болтать. Вы партизаны? Вот, ходили в разведку. Да вот, видишь, а вы окруженцы? Нет, у нас особо важное задание. Ваш отряд может помочь? Пойдем до командира, за мной. Пошли. Товарищ командир. Чего? Здрасте. Нашлась пропажа. Свободен. Есть. В каком смысле нашлась? Знакомы? Ну, вас, товарищ капитан, я еще долго помнить буду. Я капитан госбезопасности Игорь Шемерин. Он Волков. Я встречал вас на границе вместе с Ермаковым, потом возглавлял один из поисковых отрядов. Всех потерял. Александровский. Погиб. Где груз? Мы как раз за ним направляемся. Познакомьтесь. Старший лейтенант НКВД Семенов, лейтенант ВВС Межнцева и Левенко. Они мне помогают добыть груз. Надеюсь, и вы поможете. Это само собой. Мой отряд в вашем полном распоряжении. Карту позволите? Конечно. Так. Ага. Тайник с грузом находится вот здесь. Мы планировали двигаться отсюда, вот так. Почему не напрямую? У нас был человек, который хорошо знает эти места. Он поставит вот путь. Странный у вас человек. Ну ладно, это ваше дело, как идти. Чем в первую очередь помочь могу? Наша главная беда – отсутствует связь с Большой Землей. И она нам очень нужна. Юра! Орешка! Иди сюда. Пойдем, разговор есть. Слушаюсь, товарищ капитан. Войдите. Господин майор, разрешите? Что у тебя? Только что был выход на связь на частоте, которую дал советский офицер. Вот расшифровка. Прекрасно. Волков идет в старый особняк в районе Кайшовки. Просит самолет для эвакуации. Вызвать спецгруппу. Срочно. Я лично буду командовать этой операцией. Так точно. Попался. Скажи, что были готовы. Остальные за мной.
Товарищ капитан, вы с этим Гавриком постарайтесь охранять вход. Чего сразу Гавриком? Лен, ты не кипиши. Ты у нас просто лучше всех на стреме стоишь. А. Ну что, Семенов? Осталось забрать только ценный груз. Точно здесь? Точно. Ничего не перепутали? Не перепутал. О. Держи. Иди сюда. Посвети. Все-таки не здесь спрятали. Здесь. Наведался сюда кто-то до нас. А кто же сюда мог наведаться? Напарника вашего уже нет. Как вы утверждаете, смотрителя? Я не знаю ничего. Не стреляйте в свои. Немцы на подходе. Достали? Забрал кто-то до нас. Уходить будем через тоннель. За мной, быстро. Только взяли все с собой, только, боюсь, долго мы тут не продержимся. Пусть только сунутся. Я бы на твоем месте подумал, как мы отсюда выбираться будем. Господин майор, мы их окружили и нашли лаз в особняке. Думаю, на этот раз им уйти не удастся. Волков! Волков! Теперь вы понимаете, что совершили ошибку, когда пришли сюда. Еще большую ошибку вы совершили, убив моего брата. Вылезайте из своей звериной норы. И не забудьте груз, изумруды. И, конечно, пакет. А человеку свойственно ошибаться, Бюсов. Я об одном жалею, что вас не пристрелил, так же, как вашего братца. А знаете, почему это у вас не получилось? Потому что вы жалкий неудачник, Волков. Такой же, как ваша подружка, Саша. Приведи ее. Этого только не хватало. Игра окончена, Волков.
Если вам дорога эта женщина, а я думаю, она вам дорога, выходите с поднятыми руками. Волков, будьте мужчиной. Неужели все эти изумруды и пакеты стоят жизни этой прекрасной женщины? Понял, понял! Вы только не стреляйте! Выхожу! Разумное решение. Не стреляйте, я выхожу! Оружие на землю! Да, да! Обыщите его. При нем должен быть пояс с изумрудами и пакет. Предельно осторожно. Оливер, в машину, быстро! Пакет с ценнейшими документами пропал, изумруды тоже. Хорошо, мои ребята вовремя подоспели. Иначе бы тоже мы тут лежали. Пропали, но у немцев их тоже нет. Согласен, не стали бы они груз требовать, если бы он у них был. Товарищ командир, пленного взяли. Отвечай, откуда вы узнали, что мы здесь? Быстро. Я не знаю, нам просто приказали. Не знаешь? Тогда нам не о чем с тобой разговаривать. Я пленный. Вы не можете меня убить. Закон войны. Что ты сказал? Ты мне сейчас про законы военного времени говорить будешь? Вы пленных расстреливаете посреди белого дня. Вот ваши законы военного времени. Я тебя последний раз спрашиваю, как вы узнали, что мы здесь? Был радиоперехват. Господин майор знает вашу частоту и шифр. Не убивайте. Разведка сообщила, сюда идут регулярные немецкие части. Уходить надо по добру, по здорову. Бюцев этот ваш, он чуток поторопился. Полтора часа подождал бы подкрепление. Все, взял бы нас тепленькими. Как пить дать? Ну, если никаких идей, куда делись камни, и пакет у товарища дипкурьера больше нет, тогда вперед и к трибуналу. Ведущий обрящет Семенов. Господин Бюцев, у меня есть приказ связать вас с Берлином. Конрад фон Бюцев у аппарата. Добрый день, Конрад. Ведь он добрый, правда? Так точно, господин Бергер? Не вы ли обещали мне информировать меня каждый час, как идет ваша охота за документами? Так точно, обещал, господин полковник. Тогда какого черта мне докладывают, что вы малой группой, не дожидаясь подкрепления, полезли в пекло?
Почему вы не согласовали это решение со мной? Господин полковник, я думал... Замолчит. Думал он. Время упущено. Волков снова ушел. Каковы ваши дальнейшие действия? У меня в руках человек, которым Волков очень дорожит. Именно он и приведет Волкова ко мне. Я даю вам 48 часов. Если не принесете мне в зубах изумруды и пакет, я отдам вас под суд. Это понятно? Так точно, господин Бергер. Чего ты нашел, следопыт? Ты подковку знаешь? Это ж моя работа. Я Трофиму подошву чинил. Держи, Сергей. Ты помнишь? Ты что хочешь сказать, что это трофимовский след? Он же у нас... Да зуб даю, и размер подходящий, и сапог левый. А он как раз правый на мину наступил. Это получается, либо взрыв такой силы был, что аж левый сюда отбросило, либо обманул нас, товарищ Трофимов. Трофимов — это тот ваш проводник? Да. Тот мне странным показалось, что он вас тут кругалями водит. Время уходить надо. Получается, тайник его рук дело, и смотрителя он и приходовал, чтобы не мешали. Собираемся, уходим! Ну что, ему про тайник рассказывали. Помнишь тот люк, через который мы проникли в подземелье? Справа от него, в 17 шагах, в кирпичной стене тайник. Там изумруды, а самое главное – пакет. Я Саше рассказал, он послушал. Мне еще тогда показалось, что в кустах ты тут был. Что ж ты его не проверил как следует, товарищ капитан? Так на старуху бывает проруха. Так он узнал, что и где искать. И план придумал. Ломал пойти окружным путем, про какие-то учения наплел. А мы уши разметили. И вот вся эта история с подрывом на мине. И тут тоже ничего сложного. Так он же сапер. Ему заранее мину установить и обезвредить. Два раза плюнуть. Еще ему надо было сделать так, чтобы нас немцы засекли. А тот Леня так удачно храпака дал. Лень, ты че это, не спать? Утром звуки далеко разносятся. Немцы из ближайшей деревни услышали и по нашей душе явились. Ну, правильно. Давайте меня теперь во всем вините. Да все хороши. И я первый. Не раскусил этого гада. А дальше все проще, парень, репа. Нас отправил длинной дорогой, сам пошел короткой. У особняка был через сутки, максимум через двое. Смотрителя убил, изумруды и пакет забрал. Понять бы, куда делся этот ваш Трофимов. То, что немцам не сдался, это уже ясно. Он гад, но не дурак. Наверняка нашел какое-нибудь место, где можно передохнуть, собраться с мыслями, подумать, что дальше делать. Только где у него это место, черт его знает. А я думаю, надо вот у этой гражданки спросить. Это кто ж такая-то? Город Гродно. Ну и где нам ее у Гродно искать? Юра, Орешка, иди сюда. Здесь. Ты ведь из Гродно? Так точно. Так, может, знаешь ее? Так точно. Это же Ирина Коновалова. Ее в Гродно все знают. Мастер спорта. Погоди, а где она живет, знаешь? Так точно. Чем могу быть полезным, уважаемый? И сколько дадите? Разрешите? Ага. Изумруд. Отличной обработки. Великолепный. За камень такой чистоты можно дать 500 рейхсмарок за карат. Позволите? Можно полюбопытствовать, откуда он у вас? От бабушки наследство. Понятно. Хорошо, что у нас есть такие бабушки. Итого 10 карат. Получается 5000 рейхсмарок.
Идет. Но, к сожалению, у меня сейчас при себе таких денег нет. Так что же вы? Но я готов заплатить. Завтра. Приходите ровно к 11 часам. Я подумаю. А впрочем, ты мне еще пригодишься. Он же тебя любит. Так ведь? Или нет? Кстати, заодно и проверим. Если любит, придет за тобой. Вахе! Охрана! Увести. Я? Да. Господин майор, там скупщик. Говорит, у него какая-то важная информация для вас. Проходите. Доброго денечка, господин майор. Слушаю вас. Зашел ко мне сегодня один человек и принес для оценки очень интересный изумруд с тонкой заводской огранкой, но без следов установки в изделии. Что? Очень дорогой. Чистота, оттенок отличного качества. Кто он, вы его знаете? Лично я нет. Но он ухаживал за Ириной Коноваловой, известной в нашей городе мадам. Ну, спортсменка большевистская. Я часто их видел вместе. Они приходили ко мне. Он выбирал ей колечко, но так и не купили. Рассказывайте. Рассказывайте подробно. Да-да-да. Все, что вы знаете об этой мадам Коноваловой и о ее приятеле. Да-да-да-да. Итак. Может, она уже давно сбежала из города вместе с своим Трофимовым. Может, сбежала, а может, и не сбежала. Звони, звони. Она вышла. Пошли. Начинаем скрытое наблюдение. Нам нужна не она, а ее мужчина. Вы арестовываете вот этих двоих. А остальные за мной. Вы двое, стоять. Документы, паспорт. Сережа. Почему так долго? Я боюсь. Не бойся, не бойся. Скоро это все закончится. Ну как этот ужас может закончиться? Я не понимаю. У нас будет много денег, а мы уедем. Мы уедем, и ты все забудешь, как страшный сон. Ну. А вы куда собрались? Паспорт показывай. А, Усвайс. Сейчас есть. Вот. Выдали. Портретом даже. Гитлер капот. Уходим. Ну вы же понимаете, что я могу очень быстро получить от вас всю информацию хирургическим путем. Пожалуйста, не надо. Ну, конечно, не надо. Я, в принципе, мягкий и добрый человек. Особенно сегодня. Поэтому я хочу сделать вам подарок. Вы рассказывайте мне, где спрятаны изумруды и пакет с документами. А я вас отпускаю. Слово офицеру. Причем я не просто отпускаю. Треть изумрудов достанется вам. Поверьте, это огромная сумма. Хватит и вам, и вашим поколениям до 10-го колена. А если вы желаете не только богатства, но и славы, я предлагаю вам закончить эту короткую войну на нашей стороне. Вы можете нам быть полезны, Трофимов. Какие гарантии? Мне нравится ваш подход. Предлагаю обсудить детали.
Уверяю вас, вы снова будете вместе, когда все закончится. Апфель. Увести. Уводи. Трофимов, ты живой? Но как? Kommt rein. Mhm. Проходите, проходите. Не пугайтесь, это не для вас. Присаживайтесь, в ногах правды нет. Setz dich. Я вам все равно ничего не скажу. Да и не надо. А я и так знаю больше вашего. Вам, например, известно, что изумруды и пакет увели у вас из-под носа? Нет? А мне известно. Правда, есть и хорошие новости. Ваш любимый капитан Волков в городе Небошир уже пристрелил двух патрульных. Он и до вас доберется. Думаете? Мне почему-то кажется, он больше занят поисками клада. А вот за настоящим кладом почему-то не приходит. А знаете, Александр, мне кажется, Волкову вы просто безразличны. Его груз для него гораздо важнее. Хотя, впрочем, все это лирика. Изумруды и пакет скоро будут в моих руках. Поэтому завтра утром, когда я с грузом буду лететь в Берлин, вас расстреляют. Ничего личного. Вы мне просто больше не нужны. Апфель. Увести. Stay auf. Открывай камеру. Руки хоть развяжи. Совсем звери. Спасибо. Меня Саша зовут. Ира. За что они вас? За дело. Я враг, и они меня боятся. А я по глупости. Поверила любимому человеку. Он сказал, что нашел клад. Кучу изумрудов. Любимый человек-то капитан Трофимов. Вы знаете его? Думала, что да. Так это он забрал. Изумруды? Да, он и рассказал этому главному. Бютов сказал, что груз скоро будет у него. Это правда? Да, завтра в 9 утра Сережа отдаст изумруды и какой-то пакет с документами. Они спрятаны на старом заводе, в давно закрытом цеху, где раньше коньки делали. Камеру открывай. Коновалова. Коновалова, на выход.
Подойди на минутку. Распиши в журнале загруз. Ты забыл? Да, прости. Вот так. Отлично. Спасибо. Таким образом, господин полковник, груз скоро будет у меня. Отлично, Конрад. Как только его доставят, я немедленно вскрою пакет и сообщу вам все имена изменников. Ни в коем случае. Простите, я не понял, господин полковник, разве мы не должны, господин майор? У меня сегодня был сложный разговор с адмиралом Канарисом. Так вот, адмирал ни в ком не уверен. Даже во мне, не говоря уже о вас. Понимаете меня? Я понял, господин полковник. Если адмирал получит вскрытый пакет, никто не гарантирует, что по пути не произошло подмены. Так что печать торгпредставительства должна быть на месте, а на конверте не должно быть следов вскрытия. Будет исполнено, господин полковник. И, мой дорогой, не подведите меня, как в прошлый раз. Слушаюсь, господин полковник. Олегче, я сейчас пришел посмотреть, как тебя можно спасти. Я вообще-то сама себя спасла. Пока ты неизвестный, где. Я в тюрьме познакомилась с Ириной, женщиной Трофимова. А она сказала, что он сегодня немцам изумруды отдает. Точно? Без моей команды не стрелять. За мной! Чего застрял? Thank you.
Ja, er soll sich da hinstellen. Ah. Was ist das denn? Was? Сволочь, Бродеша! Чёрт, не надо. Я не хотел в полицию идти. Меня брат с батей заставили. Это они идейны против большевиков. И батя, и брат все полегли. Хватит рыдать. Ты что, не знал? Немцы даже тем, кто им поверил, за людей не считают. А ну, пошли. Я тебя своими руками сюда иди, я сказал! Сюда иди! Погоди ты, Игорь! Тихо! Тихо! Успокойся! Половина отряда полегло! Успокойся, я сказал! Их несколько человек в лагере осталось! Ты... Тихо! Ну, все, тихо! Посмотри на меня! Не кипиши! Мы теперь знаем, что это была ловушка. Люцев специально Саша побег устроил, чтобы мы в эту ловушку попали. Люцев вообще людей использует как пушечное мясо. Но поверь мне, у этого парня есть не меньше резон ненавидеть Люцева. Это какой же? Немцы всех его родных убили. Всех! Может, мы пожалеть его еще тут должны? Это мы позже решим. А сейчас что делать будем? А задача прежняя остается. Добыть то, что нам надо. Для этого нам надо вплотную подобраться к Бюцеву. У него кабинет на втором этаже. Вы что, сейчас это всерьез обсуждаете? Товарищ капитан, это самоубийство. Я против категорически. Я согласен. Там территория круглосуточно охраняется. Погодите. Есть один план? Только для этого нам повязки полицейские понадобятся и план тюрьмы. Ну, это, полицейскую повязку достать не проблема. Вот. На развалина склада полно валяется. Я с вами пойду. Меня там знают, а вас сразу раскроют. И здание тоже знаю. Товарищ капитан. Чего? Связался с центром по новому каналу связи, что вы мне дали. Они готовы прислать самолет. Спрашивают, куда и когда. Ты говорил, знаешь подходящее поле для посадки? Конечно, знаю. Так, передай в центр координаты. Есть! Я могу подготовить место посадки, я же летчица. Я же все-таки лучше знаю, как это сделать. Возьмешь с собой несколько человек. А мы с нашим новым товарищем в гости к Бюцеву наведаемся. Ох, не нравится мне эта авантюра. А у нас другого выхода нет. Я с тебя глаз не спущу, товарищ. Стоять! Ты чего? Не узнаешь меня? Андрей я. По какому делу?
Преступника привезли. Срочно везем господина фон Бюцева. Похож? Убедились? Идем. Давай, вставай, давай, пошел! Ты тоже давай. Давай. Госпожа Коновалова, к моему глубокому сожалению, господин Трофимов погиб. Что? Этого не может быть. Почему вы меня обманываете? Увы, это правда. Я ничего не мог поделать. Партизанская засада. Это вы все подстроили. По вашему приказу я рассказала этой девушке, когда и где будут передавать изумруды и пакет. Вы ждали эту засаду, а теперь смейте мне говорить, что ничего не могли поделать. Ненавижу! Установите связь с полковником Бергером. Господин полковник, изумруды и пакет у меня. А сам курьер Волков погиб. Я жду самолет и немедленно вылетаю. Господин офицер, у нас опасные бандиты. Мы хотим их показать господину фон Бюцелу. Пропуск. Ну вот, посмотрите. Это же ваша листовка. Здесь награда обещана. Здание только по пропускам. Нам награду обещали. Я должен лично доложить господину фон Бюцелу. Оставайтесь здесь. На мне пулемет! Разделяемся! Мы по этой лестнице, вы по дальней. Если что, прикройте! Рюкзак! Мы приехали. У нас мало времени. Командуй, дочка. Так, идите в лес за хворостом. Самолет может задержаться, будем костры жечь. Есть. Пойдем за хворостом. Пойдем. Остальными. Сейчас ты сам сдохнешь, сука! А, огонь! Опусти автомат, я его зарежу, как щенка! Убей его, Волков! Брось автомат! Но!
уходим! Господин майор. Я... Слышу. Большая часть нападавших уничтожена, господин майор. А с пакетом что? Где он? Его забрал Волков. И ему и одному партизану удалось уйти в вашей машине. Но я за ними отправил погоню. Догнать. И уничтожить. Любой ценой. С потерями не считаться. Уничтожить. Внимание. Отставить свои! Свои! Стой! Открывает вылет. Твою дивизию. Не успеем, у нас задание! Я без нее не полечу. Стоять! У тебя пакеты изумруды! Да пошел бы со своими изумрудами, понял? На! Забери! Пора взлетать, времени нет, погиб! Погоди минуту, браток! Назад, не успеешь! Дочка, их ногты, уходим, нам нужно стоять! Тебя никогда не догонит никакая пуля. Другого шанса, может, уже не будет. Как сообщил старший лейтенант Семенов, гражданин Волков, грубо нарушив обязанности дипломатического курьера, оставил ценности и пакет с совершенно секретной информацией в ненадежном месте. Это поставило под удар советскую агентурную сеть в высших эшелонах власти Германии. При попытке исправить ошибки гражданина Волкова погибли люди.
Фашисты уничтожили целый партизанский отряд. По тяжести совершенных преступлений гражданин Волков заслуживает самого тяжелого наказания. Давай, не тяни, говори.